Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Оксана Гетьман, телеклуб, и мы говорим о проекте «Холостяк». И в этом видео я вам расскажу, кто же все-таки будет в финале и кто победит. А вы мне напишите в комментариях, за какую девочку вы болеете. Значит, в следующей серии возвращается Зайка, и это 100%, и остается. В финал выходит Зайка и Аня Богдан. А все просто потому, что у них друг от друга летят искры. Имеется в виду у Миши и у этих девочек друг между другом. Джессика, например, была очень навязчива все время. Она ему настолько не нравилась, как она себе создала такой имидж. Да и отношения с родителями подкачали. Холостяк бы хотел девочку без проблем. Две остальные девчонки более невзрачные, и они ему не настолько нравятся. И поскольку я предполагаю, что вы, мои дорогие зрители, больше болеете за зайку, потому что видно, что у них более мощные чувства, по крайней мере у нее, то, как всегда, по сценарию холостяка или даже холостячки, холостяк выбирает ту девочку, за которую мы не болеем. Следовательно, он выберет Аню Богдан, а не Зайку. Вы за кого напишите в комментариях. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!